Всем добрый день. Хочу сегодня показать морское ушко. Вот он почему-то средь бела дня вышел. Не знаю почему. Это он обычно выходит ночью, и его невозможно нормально снять. А сейчас вот он вышел, когда еще освещение не выключено. Такой вот он, крупненький, красивенький. Ходит себе. Там креветка-доктор все пытается добраться до мандаринки, но никак у него это не получается. Вот он, красавчик. Ползет по песку. Не знаю, куда он тут собрался. Обычно он по стеклу ползает. Лезет на мое грязное стекло. Хорошо, что я его не почистила сегодня. Пусть он поест, заодно и стекло почистит. Мне будет потом проще. Они очень хорошо чистят стекло, глиотисы. Прямо очень хорошо, мне кажется, лучше, чем все остальные улитки. Проголодался, наверное, поэтому пораньше вышел. Обычно он сразу, прямо после отключения света, вылезает и ползает по стеклу.